клуба. Хорошо, давай побыстрее. Огонь. Ну вот теперь я попал. Какой ты тупой, ты же был там, в безопасности, недоумок. Я тебя достану. Далеко тебе не уйти. Пистолет убитого охранника валялся в дверях. Только бы поднять его, и я бы смог отстреливаться. Выходи, выходи. Адрес неизвестен. Продолжается. Говорю тебе, надо было подождать. Нет уж, мы договорились, что ждем полчаса, а прошло намного больше. У Митчева и Феллера было полно времени, чтобы позаботиться о Пейне. Через полчаса в игру вступает тяжелая артиллерия. План был таков, и мы будем ему следовать. Говорю тебе, это ошибка. А я говорю, что надо было идти еще раньше. В фургоне было слишком душно. Вот дерьмо! Отходим! Осторожно!
Ты... Мою даму сердце. Хочешь, братец, к бою? Тебе не скрыться! Нет, милорд! Ублюдок! Негодяй! Милорд, умоляю вас! Брат мой, послушай ее! Получай же! Тогда на стройплощадке я уже был готов сдаться. Я уже не ждал никаких ответов, никакого второго шанса. Ничего было не исправить. Я должен был расследовать дело сам. Все по-прежнему крутилось вокруг Молли. Ее образ неотступно виделся мне, куда бы я ни пошел. Я пытался проследить ее путь. Блуждание заколдованной пули у нее в голове. Я не мог ее найти. Я оставил город и поехал, куда подсказала Мона, к специалисту по ответам. Особняк Альфреда Уодена вышел из того же мрачного прошлого Европы, что и внутренний круг. «Мистер Пейн, я вас ждал. Все войны ведутся ради этого, ради любви». Какова цена за голову Моны Сакс? Следующий вопрос. Ладно. Почему внутренний круг охотится за мной? Я скоро умру. Рак. Не удалось удержать власть. Произошел раскол. Изменники развязали внутри общества гражданскую войну и убивают всех несогласных. Мы перегрызлись, словно крысы в бочке. Вы не гоните? Владимир Лем. Я и сам уже знал ответ. Влад соврал. Это он командовал армией уборщиков. Владимир Лем много лет был во внутреннем круге. Теперь этот отступник убьет Гоньитти, а потом придет за мной, за своим бывшим учителем. Я оставил Уодена у двери его бункера. Когда Влад говорил о судьбе, он хотел, чтобы я благословил свое собственное убийство. Я лишь защищался, отвечал на ходы Влада, заметал его следы. И все. Начинается! Давайте сюда, живо! Начинается!
Иду, иду. Разверни его, чтоб было видно. Хорошо. Приключения капитана Бейсбольная Бита. Серия 167. Эй! Эй! Тревога! Незваные гости! Как ты думаешь, кто это? Должен быть та тёлка Киллер. Пришла за боссом. Эй, всем достать пушки! Тревога! Остановись, он не поднялся. Огонь! Черт! Что-нибудь видишь? Нет. Мы его видим, когда он войдет в дверь. Он увидит, как мы из засады его пулями нашпигуем.
Ты слышал что-то? Нет. А ты помолчал бы, а то он нас услышит. Думаю, надо сходить посмотреть. Не надо. Всю засаду испортишь. Он уже здесь? Что? Не слышу. Здесь? Вон там. Фургоны чистящей компании, форма уборщиков, левое оружие. Совершенно ясно, что за всем этим стоял Влад. А теперь продолжение сериала «Лорды». Так, ну что там происходит? Зайдите кто-нибудь и расскажите. Я слышу выстрелы. Она что, все еще жива? Остановите ее! Она, наверное, идет сюда, к кабинету. Это та самая сучка Кирилл, что прострелила босу руку? Остановите ее! Здесь что там, целая армия? Люди гоните! Остановите их! Все живо сюда, все сюда! Остановите их! Ha!
Держи подарочек! Влад и Мона шли навстречу друг другу. Достаточно найти одного из них, и я найду и второго. Влад преследовал Винни. Он оставил мне карту. У вас одно новое сообщение. Влад, это я. Где ты? Ты мне нужен. Я еду на стройплощадку. Уинтерсон. Я все сделаю. Ради тебя я уберу их обоих. Разве это плохо? Разве счастье — это преступление? Они не видели, как хорошо нам с тобой и с моим мальчиком. Целую. Позвони мне. Позолота осыпалась. Из-под маски появился череп. Признание Уинтерсон не освободило меня от вины. Стало даже тоскливее. У нас с Владом была назначена встреча у Винни. Опять уборщики! Убейте их! Убейте их, пока они не вышли! Проберитесь туда! Они до дома Винни оставалось еще пара кварталов. Надо было спешить. Ехал с улицы. Кто был за рулем? Один из наших. Им туго пришлось. Надо легок напоминить. Ложись! Совсем недавно значки Ви можно было увидеть по всему городу. Теперь они остались только в самых криминальных кварталах, в могиле этого чудовища. Весь квартал был районом боевых действий между людьми Влада и бандитами Винни. Кому нечего терять? Это Дик судья. Эй, парень, я тут на Дика судью хочу. Конечно, конечно, это повтор, я это уже видел. Бог с ним. Заброшенная стоянка, где жил Винни, была дальше. Нужно было спуститься вниз по улице.
старые добрые времена, когда мы барыжили Ви. Огонь! Обратно, придурок, шею сломай. Да ладно, я не упаду. Давай, вылезай сюда. Чёрта два, я высоты боюсь. Давай, залезай обратно. Господи, меня вырвет сейчас. Видишь, я не упаду, даже если захочу. Видишь? О, чёрт! Чёрт, вот дерьмо. Ты живой там? В порядке? Не уйдёт. Где ты был, черт тебя дери, а? Почему так долго? А где остальные? Ты подкрепление, которое нам обещал Винни, да? Кто же еще? Только я один. Остальных перебили уборщики. Черт! Они нас как мух бьют! Но все равно, один лишний ствол лучше, чем ничего. Ладно, пойдем. Значит так, пойдем к стоянке. Надо не дать этим русским добраться до босса. Да, не дадим им добраться до капитана. Ладно, извините. Я понимаю, что здесь нет ничего смешного. Все жутко серьезно. Приключения капитана Большеголового гоните. Все, хватит! Пора дело делать. Здесь как изыграли. Какую погоду, хороший хозяин. Давайте, когда появятся уборщики, на нас дождь из свинца польется.
Почему это случилось именно со мной? Все шло замечательно, а теперь полетело к чертям. Черт, нет, нет! Пейн, ну спасибо. Только тебя и жду. Почему мне так не везет? Пейн, спаси меня. Тут бомба, мать ее. Сниму голову и привет. Нет, больше Винни. Ты же полицейский. Спаси меня, сука. Как тебя угораздило? Этот русский обманул меня. Не тебя одного. Я тебе помогу с ним расквитаться. Честное слово, помогу. Только спаси. Заметано. Подтверждаю. Они меня убьют. И должен меня защищать. Надо выбираться отсюда, через задний двор. Я не поверил обещаниям Винни помочь мне. Но я был готов на все, чтобы расстроить планы Влада. Пейн, прикрой меня. Прикрой меня. Нам надо пройти здесь. Пейн, чего ты ждешь? Спаси меня. Убей их. Убей их. Не дай им тебя убить! Ты же убьёт нас! Это грёбаная бомба! Блин, чего ты ждёшь? Спаси меня! Убей их! Убей их! Ты... Сюда, Пейн! Побежали! Черт, Пейн! Там опять эти ублюдки! Они лезут через стену! Вытащи меня отсюда! Вы слышите, ублюдки? Вы сдохнете! Вы все, мать вашу, сдохнете! Спаси меня! Убей их! Убей их! Тебе не скрыться! Чего ты ждешь? Спаси меня! Убей их! Убей их! Пойдем! Черт, Пейн, там опять! Они лезут через стену! Вытащи меня отсюда! Вы слышите, ублюдки? Вы сдохнете! Вы все, мать вашу, сдохнете! Thank you.
они, Пейнти, не пускай их сюда! Убей их! Не дай им до меня добраться! Огонь на поражение! Сюда, Пейн! Мы можем выйти через заднюю дверь! О, черт! Я не пролезаю! Не пролезаю! Бомба взорвется! Черт! Что же делать, Пейн? Что делать? Думай, думай, Винни, думай! Так, ладно, мы вернемся через холл к лифту. Там мы пройдем. Давай, Пейн! Убей их, Пейн! Ты должен защищать меня! Нам надо добраться до лифта! Черт! О, черт! Пошел, Пейн! Я не могу тебя ждать, Пейн! Пора сматываться! Черт тебя подери! Огонь! Я себе гребаный инфаркт заработаю! Огонь на поражение! Останови их! Останови их! Бомба может от одной пули взорваться! Давай, давай, давай! Я не могу тебя ждать, Пейн! Пора сматываться! Черт тебя побери! Поздно, Пейн! Поднимайся по лестнице! Я себе гребаный инфаркт заработаю! Останови их! Бомба может от одной пули взорваться! Огонь! Тебе не скрыться! Я коллекционер. Знаешь, сколько все это стоит? Да черта! Вот сколько! Никакой это не идиотизм. Я коллекционер! Да этим куча крутых ребят увлекается. Этим Фрэнки увлекался. А он знаешь, какой крутой был. Вот подожди. Вот я продам свою коллекцию, тогда увидишь. Вот стану миллионером. Увидим, кто здесь идиот. Нам надо как-то выбраться отсюда. Думай, думай, Винни, думай. Я полицейский. Приключения капитана бейсбольная бита.
Вы позвонили в доставку «Счастье на дом». Это Винни. Оставьте сообщение. У вас 3 новых сообщения. Винни, 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 Винсент, Винсент. Ты все делаешь по-своему, а потом просишь меня о помощи. Я говорил тебе не лезть в разборки с этим русским, но ты все равно это сделал. А теперь ты просишь, чтобы я прислал тебе еще людей. Нет, Винни, хватит. Сам заварил, сам и расхлебывай. У вас 2 новых сообщения. Эй, придурок! Когда мы играем в воров и полицейских, и полицейский я, то я должна тебя шлепать. А ты меня избил, козел! Да, конечно, ты немного увлекся. Вот что я тебе скажу, урод. Ты за это заплатишь. У вас 1 новое сообщение. Винни, Владимир Лем собирается тебя убить. Зная его, я думаю, это будет бомба. Не обольщайся. Я предупредила тебя только, чтобы усложнить ему жизнь. У вас нет новых сообщений. Черт! Они идут сюда! Они уже на балконе! Мы же должны были через него выбраться! Пейн! Берешь промышленную струбцину. Научная имитация воздействия выстрела на человеческое тело. Это просто развлечение. Клево. Возможное вторжение. Эти неудачники думали, что смогут обойти нас с фланга. Здесь мы можем вылезти, придурки!